Так, вот я сейчас в другом варусе нахожусь. Вот здесь очень-очень большой выбор всего, что можно только. Вот, например, свинина здесь 129. Если в том варусе нет, то здесь, пожалуйста. Вот. Рига Голд свинина 169. Что это? 94. 94. Вот. Всяческие печенки. Трески. А цены, конечно, такие, что кусаются. Ну, есть что-то и подешевле. Вот лосось в томатном соусе по скидке, кстати. Вот. Ну, тоже 49, это не так, но мало. Вот, пожалуйста. Овощи. Все овощные консервы такие, которые у нас там и не было в помине. Городе томаты разные, ну томат пасты так и нет, фасоли разные тоже. Была дешевая фасоль раньше по 20 гривен, но сейчас нет, все дорогое, все подорожало, но все есть. Что интересно, здесь вот этот вот товарищ, который Клопотенко, да, все его продукция представлена. Раскрученный такой бренд у него. Стал масло полно. Так, вот здесь всякая китайская. Китайские всякие суши, нури, супы разные. Приправы для супов. Все, что васаби. Рис такой, рис другой. А ну, там что, набор для приготовления лапши. В общем, все. И палочки даже есть вот в коробочке упакованная. В общем, все. И досточки для суши. В общем, полный комплект. Но я еще такого не видала. Рыба замороженная тоже любая. Зубатка, лук, консерв. Вот что, мясо. Мясо небольшой выбор. Ну, зато есть, есть. Мякоть есть. Отбивнушка. Курица. Шейки. Соленая рыба. Селедочка. Куры 8 гривен за 100 грамм, это получается килограмм 80. Фарш, колбасы различные, различные просто. Все. Яйца тоже большой выбор. Так, пельмешки тоже, ну, они тоже, конечно, подорожали, но, в всяком случае, можно на любого покупца найти. Сыры. Всякие разные скидочки. Скидочки хорошие есть.